Окликает закат и сине-серое небо. А внизу собрались, и солнце хоронят в потьмах. Застонала земля каждой веточкой каждого древа, но не слышит ее потерявший разум и страх. Затянули ремни, давай во все тяжкие, ободрали кусты, наломали мы дров. Перессорились все, размахались шашками, а потом погрузились в болото мерцающих снов. Матушка Земля, как ты носишь нас? Диву даюсь, сколько воли ты растила нас, не сводила глаз. Ты дала нам кров, хлеба, соли, отпускала в путь только в добрый час. Лишь бы мы зерна намололи, ты дала нам сил и даешь сейчас. Мы же ничего, кроме боли. И во снах нам казалась свобода залогом успеха. Только что есть свобода, когда попирают любовь. Помнит летопись лет, до чего доводила потеха. Пропитала страницы невинная кровь. Матушка Земля, как ты носишь нас? Диву даюсь, сколько воли ты растила нас, не сводила глаз.
которую я закончу, называется «Колобрусит ветра». Это весенняя песня. Весна уже не за горами. Колобрусит ветра на поемных лугах, разукрасила землю весна в попыхах, а земля-то в слезах. Непривычен размах. Ощетинился лес молчаливой листвой, отошел ото сна, сразу кинулся в бой с ледяною горой, да мирскою тоской. Когда весна растопит лед, головою распахнется небосвод, и кто-то с трепетом и радостью поймет, что он не просто существует, он живет. Те, кто выбрали блеск золотого тельца вместо света Христа, как просила душа. Тихо бьется о лоб волос робкая прядь. Так жаль, что нельзя этот мир поменять, но нельзя и молчать, дай ему потакать. Когда весна растопит лед, над головою распахнется небосвод, и кто-то с трепетом и радостью поймет, что он не просто существует, когда душа растопит лед, над головою распахнется небосвод, и кто-то с трепетом и радостью поймет, просто существует, он живет. Надеюсь, никто не обижается, если зовешь зеркалом. Главное, что не горшком из печени не стояли. Но на самом деле, да, вот такой образ. Ну, мы поместили песни Константина Никольского во встрече, но на самом деле, когда я слушал, мне казалось, что она хорошая, когда я прочитал текст отдельно, то выяснил, что текст очень корявый. Конечно, я даже вот не знал, что это тут цитировать, но вот сам образ он действительно удачный, то что поэты, художники — это зеркала мира. В общем, первое зеркало сегодняшнее
тебе, Николай Подоройский, спасибо ему за открытие, там, поскольку это так тяжело всегда. Вот. Что еще хотел сказать? А, сегодня у нас...